далеко. Рыбу кушаете, Фламар, блин? А, там офицер подождет. Ой, это официант. У нас время уже в обрез, нахуй. Ну, вообще, заканчивать уже. Сейчас опять сдохну, там, пару человек, и добьёте, я думаю. Чего сдох, я просто... Хотя на конфликт полупали. Да ладно, поехали. Чё, там ближе... РДД почему-то сдохли, я хуй его знает. Не из-за конфликта, а может из они от взрыва сдохли. Что, пошли делить и на всех взрыв. Нет, это другое. А, РДД, да, пошли делить, там, блядь, лужи под нами спавнил. Блядь, как вы пуляете, суки, нахуй? Чтоб вас, блядь, перекосило, нахуй, после этого, нахуй, пидоры, блядь. Пока бей, Бланк, пока бей. Бать хеллботинг. Квар, анонс, блядь, за 5 секунд до лужи примерно. Пизду я сразу эту ебаную в рот. Миликов нахуй. Ну, можешь бегать. Руки, не подходите даже ко мне, черти. Так или бежим. РДД. Лужа. Не вставай, если есть. Ушла просто. А, я умер. Бац, не смогу, блядь. Так, у нас минус с экрана, кстати. Сейчас поезда будет. Сейчас будет лужи, еще готовьтесь на лучах. У миликов. Пизда нахуй. Что, отбивай? Ну все, оставшиеся милики, можете... Хотя ладно, не бейте, лучше не бейте. Их там трое как-то. Пускай... Да, ты человека пускай бьют и все, нахуй. Церберус, он конфил лучше вообще как-то, не знаю, там нахуй. Спрятаться. Бить, не бить. Вот, он, Кондри, подойдите, милики. Кондри. Вот втроем два кота смогут. И нас убить, да, нахуй. Да, прожмитесь. Да. Нормально. Прям тунишка насрали, конечно, хуево. Ну да ладно. Ну а что делать? Нормально, не бить можно. Нет, мы еще спереди насрали. А, ну это уже да. Сюрприз. Замене бить, не бить. Пока... Не бить, вы пока ждите. Он замену вообще может. Тут бить негде вам. Война сейчас пройдет. Ну сейчас будут лужи, и после луж можно немножечко побить. Будет. А лучше можно в стенку даже. Лужа, милики, милики, милики. Пизда нахуй. Как? Ну суп, блядь, квир! Да, право-лево прыгай. А хуй ты вообще ко мне пришел, ты мог там ее оставить. Аккуратно, тихо, поезда, тихо, тихо, поезда. Не лутайте. Не лутайте. Блять. Ничего нахуй. С экзекуткой, блять, умер. Пизда нахуй. Все это хуйня нахуй. Ливайте. Ребята, может ну его нахуй, а? Нахуй надо, блядь. Да. Да, ну все, давайте, ласпул нахуй, все, в пизду нахуй. Я даже не хочу нахуй возвращаться нахуй. Ну, и только если нормальные пачки, блядь. Ебал я в рот вот это вот цирк ебущий нахуй. Церберус это, да. Ходить нормальную пачку набирать. Ну вот нахуй. Сейчас насвайпает постоянно, давайте их уберем просто, чтобы не было конфликтов. Мы из-за конфликтов падаем. Да, ты будешь пиздить босса, блядь, доберсы. Не убьешь его. Нет, там 4-5 человек. Нет, ни на одном боссе в ТТГ. Ну, здесь так условишься, блядь, там же, мне кажется, не убьешь. Просиливать я... особо нечего. Как там урон уменьшается, по-моему, с стаками. Какой урон? Где там наносимый? Там у нас Адель соло за ДК бегал, просто кругами по комнате. Тут просто тут урона не наносится. И мы там убили под стаков где-то 16 даже. Угу. Вот типа офиса будет сложно, только чтобы танка прохилить, то остальное это фигня. Ну я предлагаю сделать так, то, чтобы поубирать людей, кто постоянно вайпает и все. И типа закрыть этого босса. Я ж поэтому говорю, уйти двум пачкам нафиг отсюда, но и где-то это... там сильно. Конфликт котяра, алконфил. Ну вот посмотрите, кто там. А, не, котяра зря сказал, это не то. Главное, можно взять фулл РДД пачку, вообще абсолютно не только РДДшников. Ну, просто те, кто будет все лето, они будут после каждого каста бегать немножко. Обнялась так. Нам надо закрыть это, потому что мы потом уже вряд ли будем допроносить это все. В любом случае. Это пизда. Никто это не допронесет уже.
Давайте фулл баф и поехали. Такое не допроносится никем вообще. Я предлагаю вот, допустим, четвертого пати, второй пати уйти нафиг. Ну, уже пол, я не знаю. Ну и что пол, в чем тебе помешает? Уйду дебаф, пол. Я уйду. А чтоб дать место вот 15 человекам, грубо говоря, бить нормально, там, на чили, без приколов. Так мы из-за конфликта умираем в основном. Давайте место посерьезнее, да хуя пиздим. Чё, тихо, соберитесь, ну, соберитесь лучше, не пиздите нахуй. Реально, блядь. Лужечка скоро, наверное, будет. Лужа будет через где-то 4 секунды. Может быть, быстрее. Где-то вот час будет. Ты на меня метку ковёр. Мне не подходи. Зажали. Вот это. Я на рейндж. Метка на мне. Типа, я умираю. Ставимся к лучам плюс лужи. Вот лучи и лужа будет. Мелики у вас. Мелики. Лужа. Ну, там сложно было. Очень. Там Куэсин разлейте, Редиган. Так, лужа должна скоро быть, по идее. Да, вот где-то сейчас. Мерда, да. Нам, блядь, сейчас тут... Зеленый сбегаем, цели продаем? Да, сейчас лужа будет. Блять, ну... Да ебаный в рот, нахуй! РДД еще стоят так близко, блять. Ай, пизду, нахуй. Иди, Церберус, бей. Лучи. Поезда. Ну что, я с ЧП был? Полщит, по-моему. А, нет, не полщит. Прохил, 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 прохил. Да, полщит. Блядь. Холишит, блядь, 500 тысяч, нахуй. Че, есть шансы бить? Не, пробуйте, может получится. Полные котяры этого... Редегана заливайте. Спасибо, ждите вправо, я не достаю уже. Типа если блэки, что good to be правее, там сделайте пару шагов, нормально будет. Чтоб рит мог танк хилить. Глю, потому что мертв. Лужа мелики. Ну давайте, блять. Жмите нахуй. 30%. Где нам поезд, если чё? Ну, поезд делу с лужами будет. Через угол поедет. Надо выкидать, допустим. Ой, лучше дальше беги уже, а то у тебя очень много боли. Поезд, 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 поезд. И лужа РДД. Прохил, 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 прохил. Нормально, минус один. Ой, ты уже побольше бегай. Давай, бзикутка пошла. Пока, пацаны. Редега, Блэкич. Блэкич, Блэкич. Так снеситесь вместе с ним. А нахуя ты меня положил, Блэкич? Блять, ясно, короче. Гений вы, блять. Играем, 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 играем. Ну, Берни, Берни через... Игра, чё тихо. Видите оценки? Что потом, если хилы не выйдут, бегай, как ненормально. Кого Бернуть, нахуй, Войду? Чебава, Редегана, Берни, давай, котяра, Берни, Глю. А, ладно. На третий раз какой баф будет. Женя, хуя. Бля. Ах, был хороший сейчас. Я ебал, нах. Залупа ебан. Надо было просто бегать.
Надо было просто, блять, я не знаю, нахуй. Пистуна. Ебаное говно, придумали, ебаные админы, блять. 25 человек в комнате, нахуй. 2 на 2, нахуй. Сука, говно, нахуй. Мышкать мои, блять. Че, нельзя было, сука, комнату побольше взять, нахуй, или что-то другое сделать для 25-ки, блять. Трэш какой-нибудь. Кичарьте ботинки на мувспид, и нормально. Вспышка тьмы ебаная. Да как, блядь, какой нахуй мувспид? Это хуйня ебаная, это пиздец вообще. Ну, типа я хуею, блядь. Я ж говорю, вот это, эта лужа появляется, и оно просто, вот именно в действии ГКД, вот этой ебаной секунды, да, вот за это время оно взрывается, блядь. Ебаная секунда, это пиздец, блядь, в миллизоне. Паш, выбежишь, если ты бежишь заранее, до начала игрока. Нет, скорее всего... Загвоздка в том, чтобы просто игроки стояли раздельно, чтобы две лужи они не лутали. Единственный вариант, это как мы сейчас делаем, или стоять вам все одной точкой и чисто вместе перебегать. Как же продолжать? Да на, Настя уже все забей нахуй, не речь. Да, ресни ее, пусть просто полутает дебаф и все, и пойдет. Всё, настраивай их, я пошёл. Да, это, познавайте, там, может, есть поставьте какая-то... Поставьте рыбу кто-нибудь, у меня закончилось. Чё я поставлю? Церберу всем похуй, что он сказал, понимаешь? Ты не в той гильдии, но... Может, поузнавайте, может, кто-то пока знает. Нет, еще полчаса. Какую-то тактику более-менее адекватную до 25. Это чем плохая тактика? Не, может, какая-то попроще есть для понимания. Ну, тут нахуй никакой тактики, блядь. 25-ки на этом боссе ебаным конченым. Тактика сосать хуй нахуй. Устраивает? Вот это, блядь, про этого босса. ГТД, блядь, раньше наберите, там на следующий сдохнуть на первую же взрыву. Милики съебали нахуй лишнее. Сейчас после этой лужи должно быть уже 5 секунд где-то, да? Лучше уже убегать. Это сейчас будет уже. Блядь, Бентли тут рядом еще стоит. РДД. Ну типа меня зажали, мне некуда тут идти. Ну тут же раньше, блядь, надо набирать. Да не в этом все тихо, не в этом дело. Поделите. Посмотрим. Вышли. Хорошо. Ой, лучше бегай, наверное, вправо-налево по чуть-чуть, чтобы ты стан не лутал. Ты по стан лутаешь, ты довольно опыло. Либо по стандарту, баба у нас вправо. Лучи плюс лужи, готовимся. Да. Луч. И на меликах эти лужи. Да? Меня заморозило? Конченый босс. Не надо. Не надо. Он сейчас станет другим дебафом. Не, ну он, кстати, должен стать, по идее, зеленым. Не надо, в пизду. Пускай он нахуй. Кталибрюс, убежитесь. Первым. Это хуёво. Лужа. Лужа, блядь. Это сейчас, да, будет лужа. Я бы подхилить бы немножко, было бы неплохо. Там КТ скиньте с глю эти инерами. Типа если что, он гипеченько немножко где-то там.
поезда. Вынести валюты, чё? Становился похилиться, блядь. Как план? Конфликт. Конфликт захуярил, нахуй. Поли шит, блядь. Ну у меня тучка, не тучка была, а этот, метка. Я ничего не мог сделать. Ну, блядь, не убивать рейд хотя бы. Стан, было... в смысле? Ну, вынеси, типа, ну, блядь, ну, это она пиздец. Она застанила в тот момент, когда вот, ну, разбилась и появился паровоз. Посмотри на стриминг у Резигана, если что. А, ну да, там, когда ты встанешь, хоть что сделаешь, нахуй, на паровозе. Как ты условил вообще стан? Ну, я подумал. Много ходить. Давайся, воронка, ты оглушен на секунду. Я придумал, слышите, может, ПВП тринки одеть, нахуй? Ничего. Да, это не поможет ничего вообще. Не, ну ты типа снимаешь себя стан, нахуй, ПВП-тринка, и выходишь в поезде, блядь. Всё, короче, в пизду, нахуй. Всё, вот это прям точно, нахуй, последнего, блядь, отвечаю, нахуй. Ебал я в рот этого босса конченого. Я разролил лут, и всё, нахуй. В пизду эту хуйню ебаную, по-моему. Бить, блядь. Вот это вот, блядь, хуйня, нахуй, с этими конфликтами уже заебала, реально, нахуй. Просто, блядь. Прошлый пул нахуй. Пол ляма нахуй. Этот пул 300 тысяч нахуй. Тебя просто ваншот. Хорич, тебе не надо было там бегать. Просто там, где стоял, там бы насрал. Ну, я уверен, что ты, наверное, поймал стан от того, что потому что он, типа, сначала от своего места к стенке побежал, там лучи пошли в это время. Да там, блядь, похуй, типа, РДД, где срать нахуй. Можешь насрать, блядь, в любое место нахуй РДД, ну, что там отойдут. Если прямо в стенку упереться, то не лутаешь лучше. Да схуя ли вы взяли? Лутается. Ты все. Не понимаешь, я просто не успел перепрыгнуть на другую сторону, меня застанил в тот момент. Не, ну я вообще... Вначале не надо было бегать просто. Там да все, вначале все, просто. Все, успокойтесь. Давай, отчет, не... давай, поехали. Все, нахуй, пиздец. Кстати, один, возможно, сейчас на Нуарда Дэ кинется фиолетовая метка, так что смотрите. Можете не кинется, да, не знаю. Какой колец? Вроде не кинулась. Процентов экстремп нахуй делал этого босса, блять. Уебище нахуй. Он весь так и делал. Сейчас будут лужи через 3, 2, 1. Лужи. Нормально, никто не умер. Если поезда так же выживем, то убьем босс. Я дышал уже сам. Группа хильт. Бля. Ты все время прыгал, блядь, это кто просто законченная хуйня. Сейчас будут эти лучи плюс лужи. Луч. И лужа милики. Лужа каждые 30 секунд. Да? Тангвен записать. Ой, этот. И камер сейчас поставил просто после лужи. О, ты говори, когда лужа было удобно. Нас ждет, через 5 секунд должна быть лужа. Если каждый 30 секунд. Метка. Я могу разделить эти зеленые метки. Лужа РДД. Ну да. Если не залезть к нам. Если очень близко. Уже где-то через 5 секунд. Готовьтесь. Поезда, блядь, скоро нужно быть уже. Да, под поезда почти. О, видишь? Пизда нахуй. Пошли, сбегаемся, да-да-да-да-да-да-да. Не на... Бегу поезда. Не получите конфликт, пожалуйста, только нахуй. Вроде никто не получит. Ура. Сейчас будет еще водик. Уже. Уже, РДД. Следующий выходите уже, если что-нибудь.
Бадли вообще убьет. Нет, 15к также, я сам себя покину. Да убьете уже, надеюсь. Ворона. Танцы большие убить. Киньтесь, кто-то легану катеинер, вы достаете. Ледегану, сбегайтесь, вас убьет сейчас! Сбегайтесь, Ледегану, что вы боитесь, я не понимаю. Ну, в тот раз так же сбежать, вот эти вулканы пошли. Прости, блядь, 700 хп, дайте хил, пожалуйста, какой-нибудь. Понимаю, как вы можете умереть, если у вас нету доп урона? Вулкан будет, когда мы все в толпе стоим. Как у вас спит? Ваш сам проблем. Уже через 5 секунд. Ну, так дальше бежите просто. Приготовьтесь сейчас лужи, тихо, хватит пиздеть. Не по теме нахуй. Знает вообще, блядь. Бегай, не стой в лужах. Вообще просто бегай пока. Ой, стой, не знаю, поднимайте вы. Больше... Это же большие. Поезда. Поезда. Сейчас под поезда лужа будет. Хорошо. А, метка, бугами. Метка. Если что. К танку. Ну так понял. Гимна хп, дайте кто-то. Да, гимна. Хп хибу, нахуй. Ребят, ну сдвиньтесь чуть-чуть, я не достаю. Ближе Санти к боссу, блять. Включить еще не могу сдвинуть. Я думаю, надо будет. Убьем, убьем, давайте. Да пизда, нахуй. Уходи, слышишь? Все равно шанс, да, да. Вайда прохил, вайда прохил, так и не знаю. Качара, давай, бери. Уходите, РДД, уходите отсюда, сейчас танк сюда придет. Катера, похиль себя, верни меня. Я около вайда стою. Сзади собаки. Да, я хз, я не могу бить. Я стою, типа, блядь. Ну еще ближе, встань, попробуй. Ну, не могу я тут встать. Полиши диспа, если есть. Забивайте, похильте, не убейте, главное. Готовьтесь, лужа, 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 РТД. Холич, хиль, хильте, хильте. Хотя, хотя, хиль, хиль. Кайтесь, босс, босс, кайтесь, бегайте. Хильте, кто можете, вы, да, еще подхильте. Хилю, хилю. Сейчас катится. Конфликт будет, не надо, блять. До конца, ребята. Беги, Вайт, беги с этой. ШП должны подхилить. ШП, отойдите, я вам сейчас подойдите. Отходите, ШП, я отойдите, иду. Конфликт сейчас будет, поезда. Бать, я должен. Бейте, Вайт, беги, Вайт, беги просто по кругу. Там Адель один остался, колют. Кильте его, ой, бля. Бейте, бейте, бейте. Штучки, тучки, глыбы, хуйню, зеркаю. Я могу встать, в принципе? Давайте все, кто может. Вставайте, все, кто может. Давайте, шаманы, шаманы, вставайте. Все. Ебать, урод. Геру, бей, 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 бей. Доты, доты, доты. Доты, водите. Рот ебало. Неужели нахуй, блядь? Говно ебалое, блядь. Кринги. А я ел это? О, хорошие, неплохие руки. Блядь, ради этого говна мы сидели здесь. Но это залупа все равно, пиздец. Говна. Говно в натуре, блядь, ебаная. Типа, да? Питомцы, рольте, остальное отказывайтесь. Беба, занись токен. А у меня лежит токен. Возьмите себе другой. Башка, которая падала. Бать молотом какой-то, блядь. Тупо надо было, нахуй. Ну, мы напомнили, да? Кого брать не надо в следующий раз, блядь. Так, эта хуйня надо кому-то? Дай Сима срез. Нет. Я ебу, нахуй. Это хуйня надо кому-то? На Эрдру там, не знаю, блядь. Дай, дай, дай там что-нибудь на Эрдру. Какую-нибудь хуйню дайте мне утешительную. Голова. Шанс. Голова, кошка. Голову всю хуйню. У тебя есть. Ну да. Давай обмен. Это да. Это на Эрдру тупо. Хоста, да, там? Че там? Критурон. Шо, там повышает рейтинг скорости. Там рейтинг скорости хоста. Все. Че, ролим или как? Все уже. Че, ставьте плюс, кому вообще надо, те ноги. Самыми руками, да? А, плюс. Да, они на крит урон, чисто ты кто. Зон же тебе ну надо? Ну давай тогда Адель Войт роль. Они на крит просто. Они на крит. Пускай она... Адель берет. Окей, Адель обмен. Подруха на танк, да. Надо кому-то, а? Нет, меня ни разу вообще не видел. Сейчас, секунду. Так. Прикольнее на этот, на трансмог. Петр, лените по-быстрому. Некоторые идти могли. Это разбойник, надо дать разбойник. Серберус, ты на что мне обмен даешь? На пуху танковскую. А. Никто не ролил, только я. Бля, Вандертач слил свой роу.
хуёвый суд. Смотрите, так? Что бы какие сверхслух там? Так, топорик говняный. Хотя не нихуя себе, нормальный топорик, да? Ты можешь токеном отдавать. Давай мне его, блядь, на это надо. Ты там 71-я пушка будет с сакетом. Ну это Наршам. На западе забудьте приоритет все равно. Типа на западе. Наршам это парик. Я бы риду дал на самом деле. Да, это... Че, я могу токен сразу? Да, мне кажется, лучше ланира будет. Не, он хуже ланира. Вы что, змея? Они сейчас нихуя не хилить, все понимали, блядь, на шаманку, что... По статам, это идёт валанир. Ну, это единственное, что по статам, блядь. По статам, там крит-хаст. Самое вкусное. Ну, крит-хаст там пониже, да. Рольтишь это, там, холишить, я так понимаю. Это вообще пизда. Ёбана. Давай, холич, кидай, ты сейчас кинешь дохуя. Да ёбаный в рот, ну блядь. Андертуч, он не топовый пацан. Он первый раз его вижу. Ну он типа. Я не знаю. Я бы холичу отдал, блядь. Конечно, холичу, давай. А с консул в тюрьме. Я пока да. Так, че, я холичу тогда токен даю? Да. Не холишь обмен. Нарушите ему токен. Дробящий. Холишь. Говнен. Это все. На кого вот это 1.5? Это на кого это? РП, Крич? Это, не знаю, это на кого. На какого-то разбойника. Я прав? Это говна ебана. Не знаю, я дал я калюту, короче, дальше там разбирайтесь. Ну, типа что-то на какого-то... Каневая хуйня. Может, на комбата, блядь. Ой, так тебе надо голова эта, блядь. Нахер дру вот этот капюшон метального опля. Да, на шестой, да, да, давай. Ну нет, это да, голова неплохая еще. Я говорю, у меня выставка скоро откроется. Наручи на 105 СПД дополнительно. Прикольно. Это да, кисти. Ой, перчатки, точнее. Кисти, точнее. Они должны быть классовыми. О! А, это кисти, я думал, запы, блядь. Ну пока да, заебись. Рольть. Холич? Меня это 105 СПД. Мне кажется, Холич ГЦ, нахуй. Сейчас ты будешь топом. Че у тебя нон сет? Оно и критует, по-моему, вот эта хуйня. А ты носить их точно будешь, блядь, шути нон сет? А я ну что там их сделаю, типа? Если, конечно, будет этот кристалл, чтобы здесь интересно. Никто в будущем носить не будет, тут все, кто его пролит. Ну, может быть, ДЦ возможно? Полут, все. Сейчас я пойду. Потому что ДЦшник не... Ужас, бля. СПДшка. Потому что у нас нету других, нам только общие, вот такие, как СПД. Ну да, ты там можешь взять, я же говорю, две классы и одну общую. Тебе надо выбирать эту общую, одну общую. Но... ГЦ холипшик. Да, заебись, спасибо, ребята. Бать подлутался, нахуй. Да. Когда-нибудь на ДК упадет шмотка.